7 тысяч квадратных метров леса сгорело в Барыжском районе. На территории Жадовского участкового лесничества произошел сильный пожар. Как отмечают лесники и специалисты лесопожарной станции, причина пожара банальна – непотушенный окурок. Затушили первый низовой пожар, а сейчас внутри очага затушим остальное. И маленько начинается верховой, но мы успели затушить, предотвратили верхового пожара. Пожароопасный сезон в Ульяновской области сотрудники МЧС объявили еще весной. Однако ни это, ни жарко засушливая погода не останавливает любителей покурить и пожарить шашлыки. Как результат, за сезон было ликвидировано более 80 лесных пожаров. Два из них произошли по вине лесопромышленного комплекса и 86 по вине жителей Ульяновской области. За нарушение правил безопасности к административной ответственности привлекли два юридических лица, а также 5 ульяновцев со штрафом в 5000 рублей. По остальным случаям возбуждены административные дела, по которым в настоящее время идет разбирательство. Обращаюсь к жителям Ульяновской области. В связи с аномально высокой температурой на территории Ульяновской области, на территории Государственного лесного фонда запрещено сжигание и разведение костров и ограничено нахождение населения на территории Государственного лесного фонда. В рамках Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность для населения и для юридических лиц со штрафом более 500 тысяч рублей. Как отмечают в Министерстве природы и цикличной экономики, в этом году по федеральному проекту «Экология» более 63 миллионов рублей направлено на закупку необходимой техники и оборудования для тушения лесных пожаров. Стоит напомнить, что МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде и объявляет оранжевый уровень опасности. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Управда ТВ.